США сократят программы финансовой помощи Сирии. СМИ, около 200 МЛН, которые планировали выделить для Сирии, направят на финансовую помощь другим районам. США отменяют программы финансовой помощи, направленные на стабилизацию обстановки в Сирии. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. Отмечено, что около 200 МЛН, которые планировали выделить для Сирии, направят на финансовую помощь другим районам. При этом финансовая поддержка Сирии все же будет выделена. Около 300 миллионов на это потратят другие страны коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой США. Также источники подчеркнули, что сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта. Напомним, ранее Сирия потребовала от США вывести военных из страны. Также в ООН сообщали, что конфликт в Сирии подходит к концу. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.